Здравствуйте, дорогие друзья, с вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня испечем бисквит шоколадный. Но прежде чем начинать все делать, вот у нас 4 яйца. Видно вам, да? 4 яйца. Сахар у нас 140 грамм. Мука у нас 130 грамм. Какао у нас 40 грамм. Молоко у нас 80 миллилитров. Масло растительное 80 миллилитров. Масло растительное 100 миллилитров. Здесь разрыхлитель 8 грамм и немножечко соли. Значит, ну прежде чем начинать взбивать яйца, я сразу приготовила форму. Вот видите, форма у меня 17 сантиметров. Я открыла ее, положила туда, натянула нашу бумагу пекарскую и закрыла. И здесь еще обмазала маслом форму и приклеила сверху еще, чтобы, если будет выше, чтобы он не падал, наш бисквит. Ну и сейчас начнем взбивать. Добавляем сахар и взбиваем до полного растворения сахара. Сейчас я добавлю разрыхлитель и соль сюда и немножко муки. И еще взобью. Остальную муку будем добавлять, не взбивая. Остальную муку будем понемногу добавлять, размешивая, чтобы не потерять пышность снизу вверх. Далее я 80 миллилитров молока, 100 миллилитров растительного масла смешиваю и наше какао сюда же. Сразу перемешаю ложкой сначала, чтобы какао не... Оно уже в порошок, чтобы немножко соединилось. Так, когда оно уже, видите, соединяется, убираем ложку и достаем погружной блендер. И вот видите уже какой гущины здесь все взбилось. И сейчас я буду вытаскивать и далее смешивать с основным тестом. А далее мы соединяем вот это какао наше с основным тестом. Делать лучше это лопаточкой. Она хорошо забирает со всех стеночек. Видите? Попробуем вымешать тесто. И у нас уже духовочка включенная, но вы не поверите, я включила ее на 75 градусов всего. И вот сейчас выливать буду в форму и ставить. Когда только я поставлю, сделаю до 100 градусов, чтобы там все набухло. Все хорошо стало прогреваться. И только через несколько минут, я потом скажу, буду переключать на 180 градусов. Я даже, наверное, здесь сделаю так. Потому что тесто с какао, оно гуще. И чтобы не было комочков, чтобы оно было однородное.
только когда я вижу, что оно однородное, я выключаю. Тесто выливаю в подготовленную форму. Форму ничем не смазывая. И, как я говорила, ставлю сейчас на 75 градусов. Только поставлю, духовку сделаю на 100 градусов. Пускай на 100 градусов простоит минут 15. Засеките время, а потом переключайте на 180. И когда переключите на 180 градусов, потом время засекаем и будем ждать 20 минут. 20, ну, может быть, и больше надо будет проверить зубочисткой, ну, палочкой деревянной. Так, ставлю в духовку. И вот я уже достала из духовки. И при температуре 180 градусов 20 минут простояла. Переключаю на 100 градусов и еще 20. И достала. Теперь уже точно я все проверила. Он хорошо пропекся. Я сейчас жду, пока остынет. Открою форму. И вот наш бисквит шоколадный вот на такой подставочке остывает. И вот наш бисквит шоколадный уже готов. Я его разрезала, видите, получилось три основных и верхняя немножко меньше, да, по диаметру. Но это ничего. У меня еще кусочек здесь есть, который я разомну. Значит, готовьте с удовольствием, радуйте своих близких и ждите новых роликов. До встречи!